Министерство инновационного развития Республики Узбекистан направило проректоров по научной работе и инновациям на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет. В стажировке, которая проходит 2 потока, примут участие 28 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Казанский университет поделился опытом в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. На сегодня в условиях технологической турбулентности только университетская наука, только университетская среда может давать и решения, может давать и команды для реализации этих решений и вывода их на рынок. Поэтому то, что мы делаем, во-первых, с одной стороны мы передаем свой опыт, а с другой стороны мы получаем обратную связь от наших коллег из Узбекистана и тоже учимся, потому что, в общем-то, проблема России и проблема Узбекистана, они во многом схожи, я имею в виду, в развитии инновационной деятельности, поэтому... Обсуждая с ними, рассуждая, делясь нашим опытом, в том числе мы и учимся и сами. Обучение 1-го потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за этим 9 июня в Казань приедет и 2-я группа представителей вузов Узбекистана. Очень был плодотворной стажировкой. Мы узнали о способах коммерциализации научных проектов, о методике их способов этих идей, стартап-проектов, как надо создавать, как надо планировать эти проекты. Что я заметил, КФУ действительно очень топовый университет. Если честно, я не ожидал. Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. В Казанском университете высшее образование получает свыше 200 тысяч граждан этой среднеазиатской страны. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.